Эйога и своим шумки, мы продолжаем проводить руку на звание Вуба. Так, погнали, мы с вами нашли какие-то берега. Бережки, бережочки. У, там вот. Ну блин, у нас еще как бы есть поезд. Ну вот, за поезд я, конечно, сейчас пока что не знаю. Я позволяю ветру резать пузыри. Это выглядит действительно здорово, когда это происходит, наблюдая за мной. Хотел бы ты надувать пузыри тоже. Да. Круто. Я дам тебе трубку. О, когда ты уйдешь, я смогу вернуть свою трубку. О, круто, ладно. О, это когда ты уйдешь, я смогу вернуть свою трубку. Я думал, это какое-то оружие. А ну-ка. Является ли это оружием? А, мне трубка блюсера для пускания мыльных пузырей. Что вот это? Что-то секретное. Конечно. Хорошо. Это было весело. Да-да. Так, внизу ничего нету. Под водой ничего нету. Пипец, сколько мне плыть? О, горы какие-то. Приветствую, меня зовут Бонко. Добро пожаловать на остров Свиста. Сегодня очень хороший день, чтобы свистеть. Привет, свистеть? Ночью мне свистеть, пожалуйста. Да, я научу тебя. Пожалуйста, повторяй за мной. Еще не совсем так. Достойно. Отлично. Отлично сработано. Теперь ты открыл секрет блюсера. Соответственно, можно извлечь блюсовую воду из воздуха вокруг тебя. Если у тебя есть предмет, который использует блюсовую воду, теперь ты сможешь пополнить его свистом. Ничего себе. Нихера. Добро пожаловать обратно. Давай поболтаем. Отлично. Меня посещать мало посетителей, поэтому я люблю пообщаться. Интересно, почему ты решил прийти ко мне? Мне нравится это место. Мне было скучно. Я вижу, ну, ты всегда сможешь приходить сюда. Что еще ты бы хотел знать? Что это за остров? Что ты думаешь о чудо-пленке? Я могу быть блюсером? Это спокойные острова блюсеров. Место, куда блюстеры отправляются отдыхать. Но, конечно, любое существо приветствуется здесь. Тем не менее, большинство существ предпочитает посещать чудо-плеск, включая многих блюстеров. Но все в порядке, мне нравится, как здесь тихо и спокойно.
Я тоже. Что-нибудь еще? Что ты думаешь о чудо-пленке? Хороший вопрос. Многим блюсерам, кажется, нравится это место, но оно не для меня. Здесь слишком тесно, и я бы не назвал это место очень духовным. Я думаю, что это отличный способ расслабиться, уникальным способом. Многим вуманам, похоже, нравится. Как насчет тебя? Я люблю это место, слишком людно. Я не люблю стоять в очередях. Я вижу. Что-нибудь еще? Нам часто задают этот вопрос, но нет, это невозможно. Давай не будем думать о внешнем виде. Только то, что внутри, имеет значение. Но я хочу уметь извергать блюса в воду. Ладно. Ладно. Что-нибудь еще? Мне нужно идти. Хорошо, свистани, друг мой. Ну, погнали посмотрим, что здесь у нас теперь. Блин, была бы у меня лодка. Мне кажется, было бы немного быстрее. Так, под водой что-то было. И это видео. Подожди, я что, прыгну на одном месте или как? Манать. Вот это мне дело испугало. Жесть. Это, можно сказать, крымачок. Так, дело в том, что... Ничего-ничего, но так резко выпрыгнуло. Это, типа, было первое предупреждение, да? Это, знаете, когда ты заходишь за край карты. Так, это было второе, да, предупреждение? Там, мне кажется, было три предупреждения, меня потом споймали. Или нет, или на третьем меня раз поймали. Ну ладно, сейчас не так страшно, но вот тот момент был жуткий. Я даже не ждал этого. Что на меня какая-то херня выпрыгнет и сожрет. Так, а сейчас нужно подумать. Ну, билетик, ладно, я заплачу вам за проезд. Но если верить карте, то показано, что здесь что-то еще есть. А если понимать, это вот этот, где бычок плавает. Ну, бойчок. Бычок. Так, окей, я сейчас здесь. А, это рынок. Вон оно что. Давай продадим, что у меня есть.
Ну да, но что-то как-то дешево. Фунтов. За сколько я ее брал? Как ее зарешать? А, не суть. Короче, я решил изменить на вот это, потому что. Ладно, погнали, короче, на наш корабль. Ну, не на корабль, но вы поняли. Так, очередного босса победили мы, поэтому можем идти. Почему я не могу обратно обменять? Типа эти капли на... ладно. Можно, пока мы еще не уехали, сходить и посмотреть видеозаписи. То, что мне кажется, мы все равно уже, если уедем, то не скоро сюда вернемся. Давайте, наверное, да, все-таки сбегаю в город. Нашему этому дружку. А, давайте я остановлюсь и припишем. Так, погнали. Что мне делать с дневниками Карла? И мне все равно еще нужно собирать. О, диафильм чудо-пленки. Кажется, это Омега Кранки, американская горка. Давайте смотреть вместе. Ах, видимо, горки были построены сразу после поезда. Фактически, его дизайн был в значительной степени основан на поезде. На этом спойлере подобное изображение, ценные подъемки используются для перевозки поезда наверх. После того, как верх часть будет достигнута, то гравитация возьмет вверх. Тележка запустится на большой скорости. И, наконец, тележка замедлится, тормозя, как только она достигает станции. Здорово. Очевидно, я уже все это знал. Но в любом случае, спасибо. Мне нравится все чудо-пленки. Пожалуйста, принеси мне больше диафильмов. Вот, возьми это. Да, диафильм о чудо-пленке, но похоже это о светофоре. Учитывая, что вы нашли этот диафильм, вы должны быть уже участвовали в этой деятельности. Все равно давайте посмотрим, мне интересно. Светофор был введен в чудо-пленке для управления потоком посетителей. С помощью трех различных цветов огней посетители знали, когда им позволено войти. Если чудо-пленка будет испытывать напряженный день, свет станет красным. Задача светофора будет блокировать вход для новых посетителей. Зеленый цвет означает, что все хорошо, и посетители могут входить. Оранжевый цвет оказывает знание неподходимость замены аккумулятора. Неисправность может возникнуть особо около вумов, демонстрирующих странное поведение. Пример этого случайные прыжки, постоянная смена головного убора, стрельба из засыпания в непосредственной близости. В частности, смена шляпы вызывает перегрев встроенной системы подсветка посетителя, поскольку светофор не может определить подсчетывание того же вума или нет. Вумам не рекомендуется участвовать в такой деятельности. В случае неисправности светофора обратитесь к ближайшему наблюдателю.
Ага, кажется, светофору не нравится ваше поведение. Слишком плохо, надеюсь, новая модель проработает дольше. Возьмите это, вы заслужили это. Так. Океан. Я наблюдаю за океаном столько, сколько я себя помню. Интересно, сколько людей знают об этом острове? Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь отправлялся туда. Интересно, почему? Поскольку я нахожусь на острове, я действительно не могу использовать их сам. Но я надеюсь, что тот, кто найдет их, попытается отправиться туда. Я сделал этот рисунок так, как, на мой взгляд, могут выглядеть острова. Я почти уверен, что иногда я видел синюю фигуру, перемещающуюся на одном из островов. Может быть, это Блюсер? Если бы только я мог пойти туда, чтобы выяснить. Я думаю, что он говорил об островах Блюсеров. Люди постепенно начинают забывать, что они существуют. Если вы их еще не видели, я рекомендую вам посетить их. Возьмите это, надеюсь, вы сможете использовать их, чтобы купить что-то хорошее, как только там будет. Так, сколько у меня там уже этих денег? А чё он мне так мало платит уже? Странно. Очень странно и очень мало. Короче, фиг знает. Полетели. Так, пойди, скоро будет. Так, где мы хотя бы? Попу, поехали. Вещи. Как я понимаю, мне еще долго, да, ждать? Ты сам у меня про хвост. Как мне долго ждать это? О, что-то едет, я не успею. Надо бежать, бежать. Что это едет? И что у них на голове? Больше средства? И что вот это значит? Типа спуск вниз, а это спуск наверх? Че? Ничего, я ничего не вижу. Странно. Чего я вообще жду? А, понятно. Короче, фиг знает во сколько, да, он проедет. Ну, как я понимаю, мне нужно сейчас войти в бассейн с мужичком тем. Третий этаж, кажется. На крыше дома Вумов есть карельон. Хотелось бы, чтобы мы чаще его использовали, потому что он так приятно звучит. Но я туда ни разу не попадал. Ваш карлион. О, стоп, а там водичка пошла. Интересно.
Так, давай выше. Четвертый этаж. Понятно, второй этаж. Что значит знаки вопроса? То, что я еще не сделал, типа. Я не знаю, до скольки мне нужно вообще сидеть. Поэтому погнали. Так. Здесь, кажется, если не ошибаюсь, можно будет спрыгнуть. Я не знаю, когда у меня вообще поезд и как на него попасть. По идее, скоро уже должен приехать, потому что слишком много народу. Ладно, давайте я подожду, мы продолжим. Едет, едет. Один момент, пожалуйста. Задержитесь. У меня есть билет. А, уборщики все еще наверху. Вы не являетесь уборщиком на поезд? Ну ладно. Все на борт! В чем дело? Меня зовут Рэми. Рами. Я работаю над игрой. Хотели бы опробовать эту игру? Да. Круто. Игра Рами. Ерор. Дальше. Мы спробуем. Черт. Но я все еще работаю над этим. Но это было здорово, правда? Это было безумно круто. Спасибо. Увидимся. В чем дело? Меня зовут Рами. Я работаю над игрой. Хочешь попробовать? Круто. Хорошо, пока. Манай тут спуска вниз. Следующая станция Вистерву. После короткой перевратия мы можем путешествовать к городу Попо. Здравствуйте. Надеюсь, вы наслаждаетесь своим путешествием на работе поезда. Конечно. Великолепно. Кажется, вы впервые здесь. Да? Я знал это. Если что-нибудь, чтобы вы хотели узнать о поезде,
О, не-не, ладно, почему я так... Ну ладно, до свидания. Не, давай, ладно, с тобой поговорим. Или... Ладно. Сейчас узнаем, сколько станций. Почему так назвали поезд? Потому что так мы решили назвать его. Вы предполагаете, что поезд должен быть с другим названием? Ну... Нет. Конечно. Я теперь немного в замешательстве. В любом случае, что-нибудь еще вы хотели знать? Разве на поезде не опасно? На самом деле, это совершенно безопасно. Я работаю здесь много лет, и я никогда не испытываю никаких либо проблем. Меня больше беспокоят американские горки в Чудо-Пленке. Что-нибудь еще? Почему чип-карта стоит так дорого? Мы хотим, чтобы город Попо. Мы оставляли все позади, когда собирается в город Попо. В том числе и Смурты. Но почему так дорого? Вы знаете, так вам нужна только одна чип-карта, которая уже есть у вас. И потом можете использовать ее сколько угодно. Я понимаю. А что делать, если я использую ее только один раз? Это полностью зависит от вас. Другие вумы все время используют поезд. В основном, чтобы посетить чудо-пленку, хотя... Что-нибудь еще? Сколько станций всего? Ах, к сожалению, мы только что остановились на одной из дополнительных станций. Чудесное кафе... Кафе Дортс. Кроме того, есть станция Дом Вумов и город Попу, конечно. Будут ли в будущем еще остановки? Я действительно ничего не могу сказать об этом, извини. Может быть или нет, это секрет. И мы могли бы улучшить дизайн этого поезда. Но вы этого не слышали. Что-нибудь еще? Я узнал достаточно. Ладно. Но я не хочу в город Попо. Я хочу вернуться обратно. Не, давайте потом. Ладно, сначала подожду. Мы вернемся самый наверх. Давайте сверху начнем заново. Потому что ждите. Короче говоря, есть всего три остановки. Первая — это там, откуда мы пришли. Потом дополнительная локация — это кофейня. Есть нижний этаж. Наверное, мы с вами сходим в кофейню, и в кофейне мы с вами закончим. Кажется, мы ее пролетели. И в кофейне мы, в принципе, с вами закончим, но когда я обследую, если может быть она маленькая. Нет. Значит, тут больше ребята даже. Это четвертая локация. Я думал, еще кофейня будет. Ну ладно, гу, посмотрю. Извини, я занят. Какая бы мне хотелось разговаривать. Я думаю... Извини, о чем ты хочешь поговорить? Что это за место? Это студия шоу Вилли. Здесь записывается самая важная викторина в мире. Это шоу показывает по телевизору, и я даже слышу, как некоторые вумы в доме вумов смотрят его. Почему шоу только для вумов? Я думаю, что... Люстеры просто не очень конкурентоспособны.
И спленхекеры, думаю, что у них нет шансов против вумов. Да, и я думаю, что они не рискнут поиграть. Как видишь, игра здесь можно потерять много смурт. Вумы же легко ослепляют глазами единичные призы. Спленхекеры предпочитают только зарабатывать смуты, а не тратить их. Разве только это будет гарантированной победой? Что-нибудь посоветуешь? Думаю, тебе придется многому научиться у других рас. Есть несколько вопросов по поводу дома вумов, сада вумов и город Поп. Некоторые вопросы гораздо сложнее, чем другие, и они выполнены в случайном порядке. Я считаю, что должно немного повести, чтобы получить хороший результат. Если, конечно, ты не гений, который знает все на свете. О чем ты кое-что думал? Я просто чувствую себя немного противоречивым по поводу технологических достижений города Попа. Например, большой экран, который мы сейчас используем в комнате для викторины. Приятно, конечно, видеть, что шоу становится лучше и справедливее, но я не думаю, что это шоу будет веселее, когда почти ничего не будет говорить. Большинство эпплек-хекеров делают смуты, продавая вещи в уму. Таким образом, нам скоро придется заново изобретать себя, если вум продолжит заменять нас технологиями. Мне кажется, я хочу заняться компьютерным программированием. Или, может быть, я смогу стать блюсером и просто плыву куда-нибудь. Я не знаю. Удачи тебе с этим. Ладно, отличного времяпрепровождения. Спасибо. Без него. Ты должен подписать соглашение, прежде чем войти в комнату викторины. Пожалуйста, внимательно прочти. Это прежде чем сесть. ВВ соглашение против претендентов съешь, чтобы подписать необратимо. Тихо. Успею. Иди сюда. Вы задерживаете поезд. Мне очень жаль. Не позволите это случиться снова. А, вон на что. Давайте тогда я уже дождусь и поедем в кофейню. Серьезно? Заблуждение претендента. Претендента на произвол смурты все равно балла получает во время викторины. Взаимная плата равняет получает рангу. Официально 150 за смутов. Хера себе. 150 очков за 30 смутов. Более 110 смутов. 240 смутов это нихера. Если претендент ранее не участвовал в викторине, вход бесплатный. Подписанное это соглашение необходимо для участия в викторине футов. Что? Жопа будет. Живлудок. Ну слушайте, можно будет сыграть. Ладно, давайте. Я думаю, даже на этом с вами все-таки закончу, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!